Здравствуйте, друзья! Сегодня с нами Альбина, которая выиграла грин-карт в 2019 году. И сегодня расскажет нам свой путь от выигрыша до переезда в США, свой тернистый путь. Да, Альбина, здравствуйте! Расскажите немножечко о себе. Здравствуйте. Я только поправлю немножко. Мы выиграли 2020 год, как раз год пандемии. То есть мне нужно было сначала, когда выросла, республику нашу покорить, а потом уже дальше идти. Ну, конечно, в эту детскую мечту никто не верил, но я почему-то твердо знала, что я должна здесь жить, ну, в Америке. А будучи еще студенткой, поступила когда только в университет в Уфе, я хотела даже, вернее, рассматривала такой вариант, как переезд по work and travel. Чисто, знаете, с целью посмотреть, а вдруг это не мое, потому что бывает, что мечта мечтой, когда ты добиваешься успеха, потом думаешь, блин, в общем-то тебе это и не нужно было, вот. Ну, значит, мы играли вообще, выиграли со второго раза, и когда играли первый раз, то это получается в октябре 2017 года, мы когда первый раз анкету подали, у меня, в общем, я так поняла, что, собственно, успех должен быть в том, что если это семейная пара, то должны быть два человека за, ну, то есть готовы быть именно к переезду. И, соответственно, мы были в пролете, и поэтому это, ну, немаловажный фактор, я считаю. Вот. А потом какие-то изменения произошли в жизни, и, в общем-то, уже когда мы подавали второй раз анкету, уже была твердая уверенность, что мы, ну, в общем, не хотим больше жить в России, получается, да, а хотим именно переехать. Но изначально, конечно, это была моя мечта, и я к ней твердо шла маленькими шажочками. Вот. Вообще про грин-карту узнала, знаете, в 2011 году, но тогда был еще первый ребенок маленький, и ипотека, как говорится, поэтому, ну, то есть... тут важно понимать, что грин-карта – это не просто карта, которую тебе дали, и ты, значит, приезжаешь на все готовое. Ну, то есть многие так и думают, когда говорят, что выиграл грин-карту, они говорят, а, и что, и вам там и работу, и квартиру, и машину, и все дали. Ну, конечно, нет. Это глубочайшее заблуждение, да. Да, да, это самое главное заблуждение, потому что люди, не подумав, начинают участвовать, и, как правило, такое тоже бывает, когда люди просто бездумно играют, они тоже часто выигрывают, но потом, когда начинается сам процесс, они понимают, что они не готовы, потому что многие не готовы вообще к таким глобальным переменам. Вот. Ну, конечно... Вы подготовились к случаю выигрыша? То есть, наверное, уже выучили английский язык, да, уже поняли, как обстоят дела с грин-картой. Вот, кстати, заблуждение номер два. Значит, когда выиграю, потом выучу. Вот. Или там часто говорят, что как только я перееду, выучу, да. Да, 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 как только перееду, значит, там, ну, все же говорят на этом языке, значит, я буду его знать. Это тоже заблуждение номер два и, собственно, миф, потому что здесь спокойно можно жить без знания языка, потому что русскоязычное комьюнити, оно большое, и много таких людей, которые живут, особенно если это Нью-Йорк, русский район какой-нибудь, Бруклин, да, ну, вот. Мы, конечно, живем в Калифорнии. Ну, я немножко отошла от темы. Да. Да, значит, мы в мае 2019 года узнали о том, что выиграли. Вот уже будет как раз-таки два года, как мы узнали об этом. И следующий шаг, у меня, конечно, от волнения подскочила температура. То есть вот реально, то есть это настолько... эмоционально сильно было, вот, и, значит, здесь самое важное, чтобы, значит, как можно скорее нужно, ну, не то чтобы скорее, но успеть хотя бы за лето подать анкету DS-260, это, ну, очень важная такая анкета, где ты, в общем-то, рассказываешь всю свою подноготную от рождения там, ну, и вообще все-все-все, то есть про родственников, про родителей, вот, ну, то есть все-все-все ты пишешь в этой анкете, значит,
Ну, то есть вот она такая самая важная. Ну, а потом уже начинается, знаете, полтора года вот такой тягомотины. Благодаря тому, что у нас был чат победителей, непосредственно тех людей, кто выиграли, мы в Телеграм-канале, все между собой общались и очень сильно поддерживали. До сих пор общаемся и поддерживаем уже все как родные. И в нашем случае, так как этот год, к сожалению, выпал в пандемию, значит, раньше можно было сканирование документов отправлять чуть позже, тогда ты отсрачиваешь, получается, дни собеседования, ну, на попозже. Это многие люди так делали в предыдущие года. Те, например, кто хотел закончить университет, да, или какой-то проект на работе. То есть, ну, люди подстраивались под собеседование вот таким образом. Но почему-то у меня, видимо, внутренняя чуйка чувствовала, что что-то не так. И мне не хотелось вот тормозить. И Кентукки, вот этот сервис, который занимается непосредственно обработкой документов всех победителей, они поочередно, то есть ты заполняешь форму DS-260, да, потом ты отправляешь ее, ты ее подаешь, они проверяют, присылают тебе подтверждение, и потом ты, получается, ждешь согласно бюллетеню. Каждый месяц, начиная с сентября месяца, выходят бюллетени, то есть кейсами. Потому что, когда ты выигрываешь, дается confirmation number, твой порядковый номер, собственно, по которому ты уже дальше идешь. Вот. И согласно бюллетеню уже приглашают на собеседование. Вот. У нас был 9200... не помню, 43 номер, например, вот, ну, то есть, и поэтому мы предполагали, что у нас собеседование, судя по порядку шага, то есть в октябре это до 2000, октябрь, в ноябре там, по-моему, 5000 люди проходили, ну, то есть вот, и мы так прикидывали, что у нас приходится на декабрь, январь, февраль. Ну, вот примерно как-то так. То есть, опять же, никто не может предполагать, какой следующий шаг будет. Может, вообще 500. То есть, это, опять же, зависит от того, насколько быстро и качественно они будут обрабатывать всю информацию. Вот. Значит, когда подходила осень, то есть вот октябрь, у нас, нам до сих пор не прислали, то есть вот опять же, благодаря вот таким чатам, ты можешь отслеживать, какие кейсы сейчас, например, получают запросы на сканирование. Сканирование это всех документов, чтобы тоже так же Кентукки все проверило. Без этих подтверждений сканирования тебя не могут пригласить уже к собеседованию. Вот. И мы долго не получали, и мы писали письма в Кентукки, а они все нам никак не присылали. В итоге мы... А самое интересное, знаете, они постоянно меняли еще порядок этих форм документов, то есть что нужно присылать. Но по этой форме мы просто без запросов отправили наше подтверждение. Ждали мы ровно 21 день. То есть в начале октября отправили, в конце октября на Хэллоуин мы получили подтверждение, что все хорошо, проверили, и мы выдохнули здесь. И нам, хотя мне говорили, да ладно, расслабься, у вас проходной кейс, вы пройдете, в чем проблема, не надо. Я сказала, что нет, я не хочу упускать такую возможность, упускать этот шанс, и все время держала руку на пульсе, как говорится. И как оказалось, не зря, потому что... Мы в конце января прошли собеседование, а уже в середине, там, в 12-х числах марта закрыли посольство в связи с пандемией. Вот. Собственно, то есть это путь действительно сложный в том плане, что помимо всей вот этой волокиты с документами и самое сложное, наверное, как говорится, ждать или догонять, то ты здесь полтора года просто в ожидании. И это очень действительно сложно, и нервы щекотят, потому что... У многих людей за полтора года могут поменяться обстоятельства, и, в принципе, они уже не смогут поехать. Да, это тоже большой минус. Кто-то разводится, кто-то женится, кто-то еще что-то. Ну, то есть, это действительно полтора года, это такой большой, в смысле, большой промежуток времени переосмыслить. Но и самое главное, ты все это время находишься в таком подвешенном состоянии, что ты
не знаешь, как дальше нервозе. Жить. Да, ты не понимаешь, тебе тут дальше продолжать развиваться, а как правило, ты тоже думаешь, строится там что-то, покупать, не покупать. И вот, ну, просто сидишь и ждешь. Вот. Ну, а когда уже, конечно, ты проходишь собеседование, там уже другие начинаются вопросы. Виза дается на полгода. То есть у тебя всего есть полгода с момента медосмотра, прохождения медосмотра в МОМ. Вот. И вот когда ты, число, когда ты проходишь медосмотр, а мы проходили, получается, 21-го, а нет, вру, 23 января мы проходили МОМ. Вот, и, то есть, опять же, нужно понимать, что в МОМ ты платишь деньги, то есть за то, что ты там просто проходишь медосмотр. Если тебе делаются дополнительно прививки какие-то, которых у тебя нету в сертификате, опять же, это дополнительно денег стоит, и, ну, в долларах. К сожалению, не все это могут позволить. Я не говорю сейчас про Москву, Питер, Калининград, ну, то есть какие-то такие большие крупные города. Да. Это вот еще один миф, исходя из того, что люди думают, раз выиграли грин-карту, все бесплатно, да, осталось только билет на самолет купить, и, в принципе, и все. На самом деле, ребята, это не так. Да. Ориентировочный прайс, который у вас, вот, который вы отдали за, так скажем, данную грин-карту, да, сколько обошлось вам? Самое главное, что еще касалось нас, мы не жители Москвы, где, собственно, это все происходило. Вот. И поэтому нам еще предстояло добраться, во-первых, до Москвы, во-вторых, ну, то есть мы сняли там жилье на 2 недели, потому что мы приехали заранее, чтобы, как говорится, ну, то есть у нас тут же входило жилье в Москве, билеты туда-обратно, МОМ. Вот без прививок мы заплатили, получается, $1026. Ну, это на тогда 65 тысяч рублей было. Ну, как бы это немало, если учитывать, что многие все-таки это там с провинции или, ну, вот с таких маленьких городов, как Уфа, это вообще... Ну, на самом деле, большая сумма денег для нас была. А, значит, консульский сбор $330 за человека. Вот. Так как нас было 4 человека, 2 взрослых, 2 ребенка, это $1320. Ну, 85-800 тогда было, ну, по деньгам. Я все в долларах писала, потом в рублях. На тот момент доллар был 63-65 рублей. Потом, после собеседования, он резко возрос до 73. И когда уже мы... То есть это еще один такой, знаете, как, так скажем, подножку нам подставила, знаете, судьба, наверное, что доллар возрос вот моментально. Да, неприятно, что... конечно, да. Да. Значит, так, уже получается больше $2000. Да, да, да. Ну, получается только МОМ 1026 и консульский сбор 1320. Это вот $2346. Вот. А потом еще нужно было... А потом еще отдельно за выпуск грин-карт нужно было оплатить. То есть это тоже желательно сделать до отлета уже в США, чтобы как бы ускорить процесс выпуска грин-карт. Это, конечно, можно сделать и по прибытию в США. Но как-то уже нам хотелось все-таки все это сделать на территории России быстренько, как бы, и чтобы потом уже ставить себе другие задачи. То есть вроде как ты здесь оплатил, все сделал, и все, тебе не нужно об этом уже думать. Вот. Выпуск грин-карт стоит, тогда стоил $220 за человека. Нас четверо, поэтому $880. Уже ну, то есть, 3... Это уже, да, около $3000 вышло. Ну, вот. То есть это просто МОМ, консульство и выпуск грин-карт. Вот. Ну, хорошо, да. Плюс еще вы же, наверное, не на пустую территорию поехали, вы, наверное, заранее забронировали себе отели, да, гостиницы какие-то. Да, мы, значит,
Вообще изначально как бы у меня тоже всегда была мечта жить именно в Калифорнии. Я не знала, что там. То есть, в принципе, мы за границей никогда нигде не были. И я даже не подозревала, как оно там, в Калифорнии. Но мне так хотелось. Mm-hmm. Ну, как бы внутреннее я мне говорила, что мне надо сюда. Вот. И мы поэтому рассматривали тоже, то есть изначально нам родственники подсказывали, может быть, в Мини какой-нибудь дешевый штат, типа там... То есть владельцы грин-карт могут сами выбирать себе место проживания. Да, да, угу. Конечно. Тут как бы куда душа захочет, можете ехать абсолютно в любое место. Вот, ну, мы выбрали Калифорнию, потому что у меня муж программист. Собственно, ну, это отлично. Да, возвращаясь к вашему вопросу про английский язык, у него вот английский хороший, ну, потому что он учился в специализированной школе еще тогда, то есть с английским уклоном у него, поэтому английский хороший, значит, плюс он программист, то есть, в принципе, есть куда развиваться, и это было, наверное, один из моих главных таких, знаете, целей, чтобы он развивался. То есть я себя тоже, конечно, здесь вижу, что в плане развития, но я понимала, что я без знания языка как бы да. мало что сейчас могу достичь, и поэтому изначально ставила больше ставку на него, скажем так. Вот. Конечно, да, со знанием языка плюс IT-специалист шансов намного больше. Да, да, значит, мы приехали. Да, как обстояли дела по приезду, да, с вашим все-таки... Вот мы приехали, да, и что делать, собственно говоря? Куда идти, куда подаваться? С помощью Airbnb сняли, значит, отельчик как раз-таки. То есть мы примерно знали, опять же, благодаря разным... видео, которые там в Инстаграме там смотришь, еще где-то, примерно ты понимаешь, где какая местность. И вот мы живем в Алиса-Вьеха, Оранж Каунти, это в часе, ну, 50 минут от Лос-Анджелеса, да, но у нас здесь такой свой микроклимат, такой спокойный, хороший, умеренный, и как бы, когда все узнают, что мы вообще никогда ни разу нигде не были, и первый раз вообще в Америку приехали и именно поселились здесь, они говорят: о, да вы поставили очень большую планку для Америки в целом, потому что здесь нет бомжей, нет преступности, ну вот, то есть здесь очень за этим всем следится, смотрится и реагируется просто моментально. Ну, то есть относительно здесь так, знаете, спокойно, лайтово, как мне сказали местные жители, американцы, что они живут на релаксе. Так mm-hmm. вот, значит, поэтому примерно мы понимали, что хотим жить в Алиса-Вьеха, но как таковых прям гостиниц в Алиса-Вьеха мы не нашли, и поэтому мы сняли гостиницу поблизости в Лагуна Хиллс. Тут 15 минут езды. Значит, мы сняли гостиницу и на 4 дня. Ну, знаете, это тоже такая дилемма была. Почему? Потому что, опять же, мы с ребятами общались, они говорят: снимайте гостиницу не меньше, чем на 2 недели, потому что сложно снять жилье на, ну, сразу, mm-hmm. как только приехал, с нуля, как бы тебя в этой стране никто не знает, а тебе никакой информации здесь нет. Ну, ты пустое место, по сути, приехал, да? Ну, то есть... чистый лист бумаги, я не знаю. И когда ты находишь жилье, например, да, нужно предоставить кредитную историю. То есть ты показываешь mm-hmm. кредитную историю, и как бы по тебе уже люди могут сказать: о, да ты молодец, там, или ты лузер, да, там, мы тебе не сдадим. Вот, то мы приехали, про нас никто ничего не знает, и это действительно очень сложно. Поэтому один из критериев, то есть я вот определила место, где хочу жить примерно, да, опять же, с помощью Инстаграма, там, фотографий, видео. Второе, это я узнала, опять же, у этих же людей, кто проживает в Orange County, благодаря Инстаграму и Фейсбуку, спрашивала, какие комьюнити иммигрантам friendly. Вот. Mm-hmm. Опять же, для чего это делается? Для того, чтобы они просто, получается, тебе дают жилье, но депозит берут больше, чем положено. Mm-hmm. Вот. Но, по крайней мере, ты уже с крышей над головой и с адресом, уже хоть что-то.
Вот, когда спрашивают, сколько денег нужно, этот вопрос меня тоже всегда беспокоил, будучи на территории России, сколько же нужно брать с собой денег. И все говорили, сколько есть, берите. Вот, но мы вот сюда ехали, вот честно, с 9000 долларов. Это очень маленькая сумма на четверых. Ну, просто у нас больше и не было. Вот все, что было, мы и то взяли, получается. Изначально у нас планировалось 12 тысяч, должно было получиться, но курс поменялся, доллары, и, в общем, вышло как вышло, деваться некуда. Но, опять же, я всегда говорю, что позитивный настрой, он всегда будет играть в вашу сторону. И поэтому, как бы уныло, грустно не было, вот настрой это вообще прям такой этот мотиватор сильный, ну, если бы я выиграла грин-карт, я бы, наверное, уже не унывала и не расстраивалась ничему, в принципе. Добирались сюда, во-первых, сложным путем, потому что не было прямых рейсов Москва-ЛА, поэтому мы летели Уфа-Москва, Москва-Нью-Йорк, в Нью-Йорке переночевали, а с утра мы полетели Нью-Йорк-Феникс, Аризона, Аризона уже сюда, Лонг-Бич, Калифорния, все. В общем-то, когда приехали в отель, время уже вечер был, поэтому мы просто пошли осматривать просто местность, ну, как бы пешком. Осмотрев все, соответственно, мы прикинули, что рядом три банка, и можно с утра уже идти в эти три банка, узнавать вообще, как можно открыть счет, потому что, наверное, это самое главное, ну, как бы в целом, открыть счет и положить деньги, потому что мы все в основном ехали с наличкой, ну, с деньгами. Вот, и хотелось как можно скорее положить в банк. Когда мы пришли в банк, мы пришли в Chase, Bank of America и Fargo, Wells Fargo был рядом, то есть вот три банка подряд. И все как один нам сказали, что нужен адрес, в общем, то есть нужна, ну, здесь нету как таковой прописки, но должен быть адрес, где вы живете. Отель не подходит, то есть их не устраивает. Поэтому, соответственно, следующим шагом у нас было сделать, во-первых, местные номера, телефон, чтобы был у нас подключен к американскому номеру. Поэтому после банка мы пошли делать себе уже телефонную линию. Кстати, здесь в этом плане все просто сделали, и все. И жизнь наладилась уже, заиграла другими красками. Вот. И потом мы пошли уже... В общем, благодаря Инстаграму мы познакомились с ребятами. Ну, они нас просто попросили кое-что привезти. Мы им вот как раз-таки привезли, встретились отдать и поспрашивали про комьюнити. И уже, получается, на следующий день, на третий день, мы приехали вот сюда, в наше комьюнити, в лизинг-офис. И, собственно, мы уже договорились о жилье. Ну, в общем, на третий день мы уже нашли жилье. Нам просто хотели тоже... Нет, это мы все во второй день сделали, потому что там у нас вопрос стоял, знаете, нам сказали, потому что у вас нету еще с собой ни грин-карты, ни SSN, Social Security Number. Они говорят, мы не можем вам с маленьким депозитом вас пустить, потому что, типа, мы вас не знаем. Ну, да. Вот. А мы все-таки уговаривали, чтобы они сделали хотя бы один месяц депозита, не два. Почему? Потому что стоимость аренды жилья на тот момент в нашем, вот здесь за двухбедрумные апартаменты, стоила $2440. Это ежемесячно, да, плюс они просили депозит, вот $2440 как бы предоплата, вот этот депозит, но они его просили за два месяца. Мы же их уговаривали, чтобы хотя бы за месяц, потому что мы понимали, что мы сейчас просто все наши 9 тысяч, которые мы привезли, мы их сейчас все отдадим, и все. И, а дальше что? Ну, как бы у нас нет пока ни работы, ничего. Вот, и, соответственно, мы там договаривались, но в конце концов нам удалось уговорить, мы ему чеки предоставили. Пошли навстречу. Да. Самое интересное, что так как мы не открыли же банковский счет, и откуда потом в дальнейшем лизинговый офис могут списывать за жилье деньги, да,
с нас попросили чеки, то есть наличку они тоже не берут. А мы как бы вообще не знаем, что такое чеки, да, у нас в России как бы этим не пользуются особо. Вот, и нам сказали, так вот, рядом магазин «Ральфс» есть, идите, сделайте там чеки. То есть мы пошли и какие-то чеки сделали, вот этими чеками мы с ними расплатились. Мы такие, ну, вообще в шоке были. То есть вы обменяли валюту, да, наличную на чек? Да, да, и расплатились с ними чеками.